Очередной балкон упал в центре, а на Бунина 8 затопило целый памятник архитектуры. И еще нарушение в тендере управления капитального строительства на 51 миллион. В Одессе 6 вечера. В прямом эфире 7 новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Снова обрушение. В историческом центре обошлось, к счастью, без жертв. Речь идет о доходном доме Штекенбаха, о памятнике архитектуры 19 века. Аварийная конструкция в момент падения задела припаркованную рядом машину. Это уже третий балкон, который рухнул в этом доме. На месте побывала наш корреспондент. Небезопасная Одесса. Этой ночью рухнул балкон дома памятника архитектуры 19 века. Просто на капот машины. Это доходный дом Штекенбаха. Сегодня возле памятника архитектуры местного значения стоит разбитый Субару. Владелец в шоке. Стекло разбито. Стекло заменим, можно ездить. Уже будет. Я надеюсь. Поцарапаны. Решетки. Вот. Обрушение произошло в квартире Ольги. Говорит, этой ночью услышала громкий треск. Сразу испугалась, потому что помнит, как в этом же доме год назад упало сразу два балкона. Я поняла, что пришла очередь моего балкона. Выглянула, сколько было, видно, ночь уже была. Я поняла, что он повис, он не полностью упал, частично. Ольга рассказывает, после прошлого обрушения она писала в мэрию. Еще в 2015-м просила привести в порядок фасад памятника архитектуры, но городские чиновники так и не отреагировали. Нам ответили, это балконы упали в июне, ответили в октябре. Написали, что у нас, сейчас я прочитаю, сообщаем, что по информации коммунального предприятия Портофранковский аварийные участки фасада указанного дома отсутствуют. Сегодня в доходном доме Штекенбаха осталось только два балкона из пяти. Однако местные говорят, совсем скоро может рухнуть и этот, аутентичный, если городские власти так и не отреставрируют памятник архитектуры. Марьям Ильхасанали, Алексей Барановский, 7 канал. Ну а вот дом Новикова затопило. Квартиры верхних этажей памятника архитектуры на улице Бунина 8 пострадали во время ливня. Сквозь щели в комнаты местных жителей хлынули мощные дождевые потоки. Причина потопа – некачественная и неоконченная реставрация дома. Все подробности у Юлии Федоровой. Сквозь щели в стенах во время дождя в квартиру Светланы Спектор хлынула вода. В ход пошли тазики, ведра и все, что есть в доме. При реставрации дома рабочие сорвали штукатурное покрытие, оголили старый камень и исчезли, так и не восстановив верхний слой. Козырьки над карнизами сняли и тоже не вернули назад. Ветхий ракушечник рассыпался и промок насквозь. И вода с улицы хлынула в квартиру. Я услышала, как у меня в гостиной на подоконник капает вода. Единственное, что меня сейчас может спасти, это ведра. Других вариантов нет. Пару недель назад Светлана поставила у себя в квартире металлопластиковые окна. Но и они не спасают от дождей. Пока на Бунина 8 не завершат брошенный ремонт, стены будут протекать. Никакое окно не спасет от насквозь промокшего откоса из ракушечника, с которого обвалилась штукатурка. Местные жители уверены в том, что виноваты и подрядчики, и городская власть, которая приняла незавершенную работу. Никого из чиновников и коммунальщиков на месте нет и сегодня, когда в квартире памятника архитектуры настоящий потоп. Юлия Федорова, Никита Кричко, 7 канал. В эту непогоду все рекорды побил Раздельнянский район. Там выпало самое большое количество осадков. Из снежных заносов за сутки извлекли 97 единиц транспорта. Из них две машины скорой помощи. Всего спасли больше 300 человек. Подробности знает наш корреспондент Александр Палуев. Из-за непогоды без электроснабжения в Одесской области по состоянию на 6 утра оставалось 245 населенных пунктов. Есть обмеження еще по ветровой нагрузке при 15 метрах в секунду. Мы не можем поднимать на вышках людей, особенно высоковольтные. Это 22 метра подъем. Это там... Там и так сьогодні в складних умовах знайшли, дякуючи прикордонникам, обрив на лінії Староказачий канал.
підняли, включили. Годину линия попрацювала, и, я кажу, знову відключилась. А вот из снежных заносов за сутки извлекли 97 единиц транспорта. Из них две машины скорой помощи. Всего спасли больше 300 человек. Многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю и просто не могли выехать даже из относительно небольших заносов. М-16 Одеса-Кучурган в районе 40 по 70 километр. Там есть небольшие перемети, также стояли автомобили. Там наразі наша техника уже великий вантажевый. Навантажувачі там. В школах Одеської області на время непогоди решили отменить занятия. Враховуючи ту інформацію, яку нам надав гідрометцентр, ми рекомендуємо завтра взагалі відмінити навчальний процес по школах області, але самі школи будуть працювати, вчителі будуть знаходитись на робочих містах. І якщо діти все ж таки будуть відвідувати, то ті діти, які будуть приходити до школ, я вважаю, що це буде дуже невелика кількість, але все ж таки такі діти будуть, то вчителі будуть вже опікуватися цими дітьми або по узгодженню з батьками. За прошедшие сутки самое большое количество осадков 34 мм выпало в Раздельнянском районе. Александр Полуев, Игорь Казанжи, 7 канал. В Одессе в результате длительных осадков и сильного ветра повалено 8 деревьев. Кроме того, был поврежден высоковольтный кабель, из-за чего были обесточены 75 жилых домов. По состоянию на 9 часов утра аварию ликвидировали. Подвели свои итоги после вчерашней непогоды и в патрульной полиции Одессы. К счастью, транспортного коллапса, который так все ждали, не было. В четверг во время непогоды всплеска дорожных аварий на территории города не наблюдалось. За день было оформлено 20 материалов дорожных аварий с механическими повреждениями, а также 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили травмы легкой степени тяжести и средней. Что касаемо ночи, то произошло 6 ДТП с механическими повреждениями, и ДТП с пострадавшими не зафиксировано. Заминировали мэра. Вчера днем полиция обезвредила взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, на котором передвигается глава Измаила Андрей Абрамченко. Опасную находку на днище иномарки обнаружили сотрудники СТО. Радиоуправляемая бомба крепилась на магните. Прибывшие на место взрывотехники ее уничтожили. Госаудитслужба нашла нарушение в тендере управления капитального строительства на сумму 51 миллион, но чиновники Одесской мэрии отказались отменять закупку. Речь идет о реконструкции здания Киевской райадминистрации. Сегодня глава Южного офиса Госаудитслужбы раскрыл подробности скандального тендера. За неполные 4 месяца по рекомендации Южного офиса Госаудитслужбы отменили тендерные закупки примерно на 500 миллиардов гривен. Причем практически половина этой суммы пришлась на апрель. Для примера, из-за нарушений отменили тендер одесского коммунального предприятия «Городские дороги» на 97 миллионов гривен. Но есть целый ряд сделок, в которых аудиторы нашли нарушения, однако даже после этого их отмена не последовала. Самой крупной закупки, которая по нашей рекомендации не была отменена, это управление капитального строительства Одесского горсовета по реконструкции здания Киевской райадминистрации по адресу улицы Академика Королева, 9, ожидаемой стоимостью 51 миллион гривен. Там 3 участника дали свои предложения, причем предложение одного из участников было на 12% дешевле. Но, тем не менее, было выбрано предложение не самое дешевое. Хотя, по нашему пониманию, все 3 участника, которые подали заявки, имели нарушение в тендерной документации, поэтому мы дважды рекомендовали им этот тендер отменить. В госаудитслужбе говорят, примерно через месяц появятся результаты проверки Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета. А в конце квартала начнут ревизию управления дорожного хозяйства. Сейчас у нас в работе Департамент коммунальной собственности. Достаточно сложный и большой вопрос. Конечно же, мы очень внимательно смотрим все те объекты, которые являются объектами внимания и правоохранительных органов, потому что как раз они к нам запросы эти присылают, и общественности, то есть все, скажем так, все, ну, громкие покупки и громкие продажи.
Активно аудиторы проверяют и районы Одесской области. На очереди Измаильский и Болградский. Также впервые проведут ревизию в Балтской объединенной территориальной громаде. Александр Полуев, Андрей Кульба, 7 канал. Сразу 4 района Одесской области получили новых глав. Соответствующие распоряжения президент Украины Петр Порошенко подписал 20 апреля. Так, Видеопольский район возглавил Владимир Левчук, Ивановский район Виктор Лобач, Белгород-Днестровский Сергей Ильченко, а Балтский Роман Кацманзи. В свои должности чиновники официально вступили с 21 апреля. Зашли во двор, снесли забор и установили блокпост. На улице Тульской активисты проникли на стройку депутата горсовета. Говорят, она незаконная. Больше расскажет моя коллега Кристина Немченко. Четверг, около 6 часов вечера. Мокрый снег с дождем не мешают десятку одесских активистов зайти на территорию стройки по улице Тульской. Говорят, этот четырехэтажный дом построен здесь незаконно, а земля принадлежит государству. По нашей информации, стройку вел какой-то из бывших депутатов этого местного совета. Вот мы сейчас выясняем, кто. Приехал какой-то человек, представился, что якобы он является собственником, но дом не узаконен, поэтому, соответственно, мы не можем предположить. Но по информации разрешительных документов некие тупчи. Активисты сломали бетонный забор. На территории строения установили металлический бокс. Это для того, чтобы дежурить на месте строительства и ночью. На территории этого четырехэтажного строения много плитки. Судя по всему, что до последнего здесь шли строительные работы. Похоже на то, что первый этаж готовили под магазины. Парни рассказывают, до их прихода на территории уже были какие-то люди. Мы увидели, что какие-то активисты что-то здесь делают, как бы подошли как бы к ним, спросили, что вы делаете. Внезапно они начали разбегаться, смотрим, стена уже заваливается. Активисты остались дежурить под зданием на ночь. Свою акцию они объявили бессрочной. Говорят, территорию не покинут до тех пор, пока не увидят официальные документы, разрешающие вести здесь строительство. Либо же, пока землю не передадут людям, служившим в зоне проведения боевых действий. Пусть лучше этот участок перейдет на право собственности тому человеку, который отдал долг перед нашей Родиной. Пусть теперь государство наше отдадут долг нашему побратиму, который воевал в добровольческих батальонах. По-другому, вот таким вот хапугам цього не буде. Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал. Судебная реформа в скором времени может вступить в силу. Новые нормы основного закона должны деполитизировать судебную систему и обновить судейский корпус. Об этом говорили на круглом столе по гражданскому и семейному праву. Процесс реформирования системы правосудия, так называемой судебной реформы. И в рамках этого сейчас идет завершается формирование Верховного суда. Дальше идет отбор судей в суды первой инстанции. Дальше пойдет отбор судей в апелляционные суды. И всем этим судам необходимо будет работать в соответствии с новым законом про судоустройство. По словам участников круглого стола, в рамках реформы судьи и адвокаты будут сплоченно работать вместе. Также на новый уровень перейдет и процесс подачи дела на рассмотрение. Теперь предоставить необходимые документы для суда можно будет, не выходя из дома. Новеллы коснулись абсолютно всех стадий, начиная там процедуры оформления, подачи искового заявления, то, что может интересно непосредственно гражданину или адвокату, который представляет интерес. И, собственно говоря, это затрагивает всех абсолютно участников. И вот суда, в частности, с точки зрения процессуальной деятельности, которая должна, требования процессуального закона, если он будет принят, он будет принят, скорее всего, в ближайшее время, то суду обеспечивать исполнение этого обновленной процессуальной формы. Отмечу, в последний раз судебная реформа обновлялась в 2005 году. Искренне и человечно. История давней дружбы в исполнении 4 заслуженных артисток Украины. В Украинском театре состоялась премьера спектакля по пьесе белорусского драматурга Елены Поповой «Маленький мир». Подробности расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Несколько минут до премьеры. Пока в зале собираются зрители, актрисы заканчивают последние приготовления в гримерной. Говорят, как всегда, волнение есть. Без него сложно представить выход на сцену. Да и тема спектакля особенная.
П'єса про добро, про любов, про взаємовідносини між людьми, що так зараз так нам не вистачає в нашому житті. Так хочеться побільше тепла, побільше уваги один до одного, щоб люди не були байдужими. І ми намагаємося з нашим спектаклем, нашою грою, нашими ролями пробудити у людей якісь такі, які добрі почуття. Пусть даже актрисы внутренние не похожи на своих героинь, но роли оказались близки и понятны каждой. Треба трошки пошукати в самій собі, і завжди можна знайти те, що хвилює тебе особисто, звичайно, в цій ролі, в цій п'єсі і взагалі в цьому матеріалі. Оце найбільше досягнення цієї п'єси. Я про таку роль мріяла, ну я не знаю, мабуть, все своє життя. А це прекрасно, коли мрії збуваються. Все роли подобраны таким образом, чтобы раскрыть каждую актрису с новой стороны. Про неї всі говорять, що вона зла, але вона не зла, вона справедлива. І у неї є такі чудові слова. Вона говорить, ніхто не хоче зрозуміти правду, а правда в тому, що кожна за себе, і ми всі люди, кожен за себе. Ось в чому правда. Несмотря на резкую правду, каждая героиня своей истории побуждает зрителей к переменам. Коли ми прочитали п'єсу Попової, ми дуже зраділи, тому що вона наскільки життєва, наскільки вона сучасна, що ми сказали, Боже, нарешті ми отримали ту п'єсу, яку можна показати глядачу от нашого віку. Для молоді це теж буде цікаво. Это история непростых взаимоотношений пятерых институтских подруг. Уже 15 лет четверо из них встречаются в один и тот же день, чтобы связаться по телефону с подругой из Америки. А в ожидании звонка узнать о переменах в жизни каждой. Язык відвалюється, спина болит, а потом часы торт. Я ей кажу, не треба було ніякого торту. А потом скажешь. Хоча б торт купив. Ой, коли ти таке говорила? Минулого разу. Этот ритуал почти единственный повод встретиться. Так бы и продолжалось, если бы не случайный гость из Америки. Его появление все изменило в жизни этой четверки. И це примусило їх переглянути своє життя, подивитись трошки інакше на своє життя. І головна мета нашої вистави – це, щоб наш глядач, який прийде до залу, трошки зупинився би в своє буревії життя і сказав, стоп, а як я живу? А хто поряд зі мною живе? Чи взагалі я уважний до людей? А ця вистава повинна виховувати доброту. Вся команда театра уверена, п'єса поможе зрителям ще сильніше ощутить важливість дружби, чоловічності і любви. А заодно зробить невероятно большим і значимим маленький мир кожного. Екатерина Лапицька, Андрій Кульба, 7 канал. Горсточка добра. В благотворительном фонде «Пчелка» стартовала новая акция. Ее цель – купить дорогостоящее оборудование в нейрохирургическое отделение детской областной больницы. Нужно 60 тысяч евро или пара тонн таких крышечек. Это всего по 10 штук от каждого одессита. В фонде, говорят, уже собрали около 40 килограммов. Мы надеемся на то, что очень быстро мы сможем достигнуть данного результата и развить у одесситов и как бы гостей нашего города такую правильную привычку этот материал не просто выбрасывать, чтобы он как-то загрязнял наш с вами окружающий мир, а еще приносил вот такие вот плюсы. Вы тоже можете подключиться к акции благотворительного фонда. Отправляйте деньги на карточку. Ее реквизиты вы видите на экране. Или принесите крышечки на Успенскую, 89. Пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Итоги дня, как всегда, подводим в 20:00. Оставайтесь седьмым, будет интересно.